Всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте МТА Провинция. Ссылочка на проект будет, естественно, в описании под роликом. Переходите, регистрируйтесь, скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной. Также не забывайте ставить лайк под ролик, подписываться, писать комментарий. Короче, все вот это вот самое банальное, но очень важно для продвижения канала. Ну и по названию ролика вы, наверное, уже поняли, какая идея меня постигла. Я решил начать путь до Широна. Путь до Широна будет сложным, но, думаю, будет очень интересным. Это будет различного рода перекупство. Это будет игра в монетку, в основном игра в монетку, потому что с перекупством я не уверен, как это будет складываться. Но если я вдруг что-то перекуплю, то, естественно, эти деньги пойдут в бюджет этого пути. Наверное, будет правильно сказать, да. И идея мне эта пришла вот совсем недавно. На одном из недавних стримов я прям хорошо так поиграл в монетку, поднял 5 лямов и решил, а почему бы, если вот у меня вот у меня получается немного, может попробовать все-таки. Нужен стартовый взнос, то есть стартовый какой-то капитал, с которым мы будем подниматься. И это будет 1 миллион рублей. 1 миллион рублей на провинции есть у каждого второго. Если вы не новичок, то 1 миллион у вас по-любому есть. И вот мы с вами попробуем с этим миллионом. Сейчас у меня 2, как вы видите, я вот как раз еду его вложить, эти 2 миллиона. И вот мне правда интересно, получится ли у меня это как бы сделать. Это, ну, это как бы не самое легкое задание. Это, естественно, будет не в один ролик. В один ролик это все не уместить. Если вам понравится эта рубрика, то я постараюсь прям много снимать. Так, сколько у меня осталось? 25 373. Я хочу прям, чтобы у меня было ровно 1 миллион, чтобы вы видели. И мы будем с вами потихонечку собирать. А Широн стоит, если я не ошибаюсь, 91 миллион. То есть мне еще 90 надо. Ну, по-моему, 93. Что-то в этом роде. Или 93. Короче, до хрена он стоит. Я выбрал самую дорогую тачку на проекте не просто так. Это самое интересное, как по мне, идти к самой дорогой тачке. Хорошо. Здесь уже куча народу. Здесь уже по-любому кто-то играет в монетку. Вон в центре куча людей стоит. И мы с ними сейчас тоже начнем играть. Так. Ребята, я готов. Я буду, постараюсь не вырезать моменты, где я играю в монетку, чтобы вы видели, как я ставлю, что я ставлю и все в этом роде. Кто-то здесь в монетку играет, ребят? Главное все сразу не слить. Если я сразу все солью, на этом как бы у нас все и закончится. Но вкусно. Давай еще. Первые 200 улетели. О, сотка вернулась. Настолько мы играем с человечком. 100 тысяч. Так, ну сейчас есть шанс вернуть. Блять. Проблема. Давай на 200. Вдруг согласится. Если согласится, будет хорошо. 200к. Раз, два. Так, пришло время отыгрывать бабки. Нельзя сливать. По-моему, мой путь до Широна закончится в этом ролике. Но у меня есть еще один шанс. А начиналось так красиво. А можно на 400? Я больше не бомж. А как бы я бы машины покупал, если у меня квартиры нет? Как это я читерил? Мы в игре! Вот это было страшно. Это было страшно. Так. Я уже в моменте подсел немного. Так, мне нужно в плюс начать уходить. Я играю, я играю. Давай дальше, давай дальше. Сколько, сколько ставим? 100? Давай 100. Так. Я немножечко уже прям вот был на грани. Достал он меня. Давай 200к кидай. Венера хочет со мной сыграть на 200к. Ну давай, пожалуйста. О, сюда, сюда. Так, мы все еще в этом диапазоне. Да, да, давай. Мы еще все еще в этом диапазоне. То есть наша задача уйти хотя бы в плюс. У меня это благополучно не получается. Я слил 200к. Давай еще раз. Ну мне хотя бы хоть как-то в плюс надо. Я что-то прям вообще не идет. Людей мало. Обычно, когда много людей, проще играть. Столько вернул. Главное выиграть. Да как? Ну что происходит? Алло! Что за говно? Еще 200. Еще кидаю. Еще 200 кидаю. Да, согласен. А за сколько он семерку продается? Давай 400. Весь совесть. А 400 Венера будешь играть? Давай 400. 350 только. Сейчас как бы
У меня останется 50к, и я дальше буду очень долго, видимо, подниматься. 350 тысяч Венера Беглова. Левый корона и правый похорон. Цик-цик спать сделаю, тебе хочешь? Все, блядь, пизда твоей же будет. То есть меня только что... То есть у меня остался вариант с перекупством, я правильно понимаю? Сейчас на 50 тысяч надо что-то купить и продавать? Нет, меня такое не устраивает. Кто играет на монетку? 50к в монетку. Так, я нашел снова эту Венеру. И играю с ней на последние 50 тысяч. Есть! Я забрал! Вот она. Ну, давай. Если я сейчас еще 100 выиграю, будет хорошо. Потому что с 200 можно будет подниматься. Если не выиграю, будет жоп. Так, но я чувствую прилив. Я чувствую прилив сил. Я чувствую прилив сил, ребята. Нет, 200 пока не надо, спасибо. У меня всего 200. Да, сейчас год. И у меня и так забрал все бабки. Еще хочется со мной еще забрать. Подожди, так, 999. Стотка. Сюда. Понял. Так, возвращаем. Потихонечку, помаленечку. 50. Сюда, возвращается. С 50 чуть понять. Так, подожди. Я тебя слишком много выиграл. Ты еще чуть-чуть и меня точно обыграешь, поэтому не хочу. Нет. Я хочу с кем-то другим сыграть. Потом с тобой сыграем. Погнали. Давай сюда! Сюда! Соточку, карманчик! Так, хорошо, пошла жара. Так, у нас уже 500. Сто. Давай 50. У меня по винстрик идет. У меня идет хороший винстрик, поэтому его главное не сбить. Его если сбить, то надо сбить на маленькой стоимости, чтобы я. Нихера себе, собственно говоря. Нихрена себе, сотка. Нет, давай еще 50. 50 кесиков. А я говорил. На сколько? Так, 99. Сюда! Можешь сыграть на 400? Бабки есть. Давай на 400. На 400? Давай, 399 тебе кидаю. Так. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Погнали! Пожалуйста, я все отыграю! Ну нет, ну я столько поднимал на это! Ненавижу тебя. 150 тысяч. Никто не говорил, что будет просто. Никто не говорил. 50 кака. У меня столько пока нету. Не было бы, я бы сыграл. Ну именно в рубрике путь до Широна. Если бы было, я бы сыграл. Так, давай. В горы нахуй. На 50. Так. Ну сейчас я походу винстрик свой немножечко прокекал. Так, 50 опять забрал. Оля, переоделся. А, понятно, заскамил мамонтов. Дальше будет очень жесткая тема, поэтому если вы вдруг верите в подкрутку ютуберам, то вам этот фрагмент к просмотру не рекомендуется. С тобой. У меня, смотри, у меня есть 200 тысяч, мне нужно подняться с тобой до миллиона. Го говорит. Смотри, все, я тебе кидаю. Так, давайте кинем сначала 100, 9, 8. Все, что есть, кидаю. Есть! Забрал! Опять на тоненького играю! Так, это хорошо, что я забрал. Если бы я не забрал, я бы сейчас без денег был. Хуета. Сюда, потихонечку, помаленечку. Отыгрываем. Так, еще 50к кидаю. Потихонечку, помаленечку. Я сейчас хочу 500 кинуть, но я если кину, я все всосу, я же знаю. Нет, нельзя. Надо хотя бы опять в 150 тысяч уйти в плюс. Так, давайте 20-ку сыграем, потому что я что-то чувствую, что сейчас совсем скоро я солью. Держимся. Так. Еще раз 50к. Ну, вообще, типа так, просто обняться или заплатить. Что происходит? Так. Хорошо, еще раз 50к. Ну рано или поздно-то я солью. Ага. Ну, деньги. Щиты вырубаем. У меня же сегодня на хаке. Ничего происходит. Давай на 500. Будешь на 500?
Ну сейчас сразу, если читы, то будет видно. Чего, блин? Что? Что? Кого? Я его просто уничтожил, я ему ни единого шанса не оставил. Кого? Я наконец-то в плюс ушел в этой конченой рубрике. Я ее уже ненавижу, эту рубрику. Я как долго мучился. Чувак, ну я в шоке просто. Что это? Давай так, по мелочи дальше идем. Подожди, у меня... А то адреналин, ебашь? Надо аккуратно играть. Выиграл, Виталий, выиграл. Я уже беру. У меня 1 070 000. Я ушел в плюс. Я с 50 тысяч поднял миллион, ребят, с 50 тысяч. Ебать. Сначала слился, конечно, с 1 000 000 до 50, но потом-то поднял, потом-то я сделал это. Так, еще раз играем на 50. Будем играть на его бабки. Сейчас поднимем до 150, сыграем на сотку. Какую-то там мы поднимем, видимо, до 150. Надо предупреждать человечка, а то не поймет, если я вдруг что-то не так сделаю. Так, на 50. Мне кажется, ему уже самому интересно, чем все это закончится. Понял. Виталий, прости меня, я не хотел. Так, давайте опять на 100 играть. 1 300 000. Я у него уже 1 000 000 спиздил, просто нихуя. На 100. Да, давай. Просто сидит, кайфует. Забрал! Чё? Вернул. Потихонечку, помаленечку мы поднимаем ставки. Ребят, ну я сейчас, по-моему, потихонечку я дойду до мини-цели, это 1 000 000 плюс. Вот это сейчас мой корочка. Страшно, пизда. Давай, мелочи тут. 200 000 еще. Ну, мелочи сейчас я типа. 250. Давайте 100. 100 с копейками там. Собрал. 300 ставлю. Хорошо. Ему вообще поебать, по-моему. Вообще похер, он просто играет. Сюда, 3 соточки забрал. Давайте сейчас 200 и 100 сыграем. Да это нет, это нет смысла. Ну так, туда-сюда. Я в шоке просто с 50к. С 50к, сотка. Я не хочу приехать. Я хочу 2 ляма сделать. 2 ляма хочу. Я ему даже говорить ничего не буду, потому что он просто согласен на все. Он просто играет со мной. Понял. Сейчас жесткая будет на 500. Давай. Пожалуйста, ставка, только проканай. Нет. И самое жесткое на лям. Давай. На 80. Да! Мы ушли в плюс! Есть! На лям! Ебать! Как же я рисковал! Братан, я сделал с тобой 2 ляма. Спасибо, ты помог моей рубрике. Ребята, ну я считаю, это просто отличное начало для этой рубрики. 2 миллиона мы с вами сделали, подняв с одного. С одного мы подняли еще лям. Получается, у нас теперь с вами банк состоит из 2 миллионов. Вот, деньги я не буду класть в банк, также не буду ни от кого принимать, то есть вот вы видите эту фиксированную сумму, в следующем ролике у меня будет опять же эта же сумма. Если вам понравилась рубрика, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, у нас с вами получится дойти до вообще хоть какой-нибудь тачки дорогой, не обязательно потом до Шрона, но до Шрона это наша цель. Вот, если вам опять же, повторюсь, понравилось, обязательно пишите об этом в комментариях, это очень важно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем до новых встреч, ребята, всем удачи, всем пока.